После того, как сетевая индустрия пришла в нашу страну, у нас появилось уже более 1000 различных сетевых компаний. Они продвигают различные продукты. Преимущество в том, что ты имеешь возможность без посредников приобрести продукт прямо от производителя. Каждый сетевик имеет возможность пообщаться с большим количеством людей. Постоянное общение с людьми дает возможности личностного роста, расширения своих возможностей в плане коммуникации. Ты ездишь в разные города, приезжаешь в какой-то город, ты строишь там свою организацию, и этот город тебе уже не является чужим. Более того, когда ты строишь свою организацию, ты выстраиваешь сеть, которая постоянно дает доход. Если ты с самого начала сделал форсаж, подобрал людей, обучил этих людей, которые продвигают товары или услуги твоей компании, у тебя есть возможность сделать себе выходной, отдохнуть, поехать куда-то в путешествие, те люди, которые работают в твоей организации, они все равно будут работать. Почему? Да потому что они работают на себя, они работают на свою семью. А если они работают на свою семью, значит, ты получаешь постоянный процент от их деятельности. Соответственно, выстроив сеть, ты приобретаешь пассивный доход, независимо от того, чем ты занимаешься. Где ты находишься, твоя сеть будет работать, твоя организация будет продвигать тот продукт, который предлагает твоя компания. Об этом говорят все инвесторы. Выстроите свою организацию, постройте свой бизнес, который будет тебе давать постоянный пассивный доход, независимо от того, чем ты занимаешься. У людей хватает терпения в течение 40 лет каждый день ходить на работу за копейки, и не хватает терпения за 3 года построить свою организацию, чтобы обеспечить всю свою жизнь и жить ее в свое удовольствие. Наполеон Хилл в своей книге «Думай богатей» сказал, что страх чужого неодобрения является ключевой причиной, по которой люди не могут добиться финансового успеха. Особенность сетевого маркетинга и особенность большого коллектива именно в том, что ты никогда не останешься работать в одиночку. У тебя есть целая команда, которая заинтересована в твоем успехе, потому что твой наставник заработает только тогда, когда заработаешь ты. И вот эта команда является очень сильным инструментом объединения людей с целью достижения успеха. Создаются команды единомышленников. Это не конкуренция, это команда, в которой друг друга поддерживают, потому что у всех есть общий интерес. В этом и получается эффект синергии. Точно так же, как любой человек принимает решение заниматься этим бизнесом, точно так же в любое время он может принять решение выйти из этого бизнеса. В любом случае у него останется тот опыт, который он получил, пока он занимался этим бизнесом и получал в нем образование. Хорошая сетевая компания, компания многоуровневого маркетинга – это всегда а. зарегистрированная легальная компания, б. это всегда долгосрочная компания, с. это компания, которая имеет систему образования, д. это компания, которая оплачивает только от продажи продукта. И самое главное, в сетевой компании всегда есть какой-то конкретный продукт или услуга. Мы уже говорили о том, что в сетевом бизнесе может работать любой человек, независимо от пола, возраста, вероисповедания. Когда меня спрашивают, с чего надо начать, я всегда говорю, начните с себя. Как ты себя чувствуешь, как ты выглядишь? Потому что встречают по одежке. И первое впечатление невозможно произвести дважды. Любой бизнес, любой путь, любая продажа, любой успех начинается с себя, со своего внешнего вида. Если хочешь быть успешным, изначально будь им. Выгляди как успешный человек, произведи первое впечатление. Если ты понравишься людям, значит, им понравится все, что ты предлагаешь. Начинать надо с себя. Ты должен выглядеть как миллионер, тогда к тебе и деньги потянутся.